В 2017 году изменятся требования к закупкам медикаментов государственными аптеками. Это неминуемо отразится на их ассортименте и на спросе. Эксперты говорят, покупатели уйдут в частные сети, которые не связаны с законом о госзакупках. А пока это не случилось, Дмитрий Куканов сравнил цены в сибирских городах. В нашей традиционной выборке из 4 городов государственных аптек нет только в Кемерове. Впрочем, это почти никак не сказывается на ценниках в местных сетях. Проведем сравнение по 4 позициям. «Спасатель» – один из лидеров продаж. Дороже всего борьба с последствиями обморожения или аллергии на холод обойдется новосибирцам. А вот у «Томичей» значительная экономия. Дешевле более чем на 30% за этот сезонный препарат. Следующий в нашем списке – популярный спазмолитик. Разбег цен на него не такой, как на «Спасатель», чуть более 13% между самым дорогим и самым дешевым. Кстати, именно на примере ножпы можно объяснить, как изменится ассортимент госаптек в следующем году. Ножпа – это дротаверин тот же самый, допустим, да, но это уже торговое наименование. Самый известный пример, да. Так вот, я не имею права теперь закупать, не буду иметь написать, что мне нужна ножпа в такой-то упаковке такого-то производителя, да, как хочет мой потребитель. Вот. Я могу написать такой дротаверин, и мне привезут дротаверин. Говоря о ценах на лекарства, нельзя обойтись без так называемой кардиогруппы. Тоже очень востребованный в любых аптеках. Самую низкую цену удалось установить омской сети государственных аптек. Уже не первый год она ниже рыночной на 15%, не без поддержки областного правительства. Достигается двумя путями. Или мы договариваемся и чаще всего с производителем о том, что мы закупаем большой объем исходно, то есть там по предоплате на 3 месяца вперед, получая за счет этого большую скидку на все. И второе, или там просто снижаем маржинальность на этих там позициях. Закончим еще одним зимним хитом продаж. Самые доступные жаропонижающие в Кемерове и Омске. Впрочем, траты даже на самый дорогой парацетамол в нашей выборке нельзя назвать заоблачными. Всего 7,5 рублей.